Советского Союза, лауреату Ленинской премии Василию Семеновичу Лавову. Дорогие друзья, я хочу вас, нас всех поздравить с замечательным вечером. Наконец-то выдающийся возраст, который живет в Москве уже много-много лет, специальный вечер получил от мэра Москвы. И это будет продолжаться каждый год в день города, нашего города Москва. Благодарности мэра города Москва награду вручает президент Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, доктор искусствоведения Ирина Александровна Антонова. Ирина Александровна, я иду к вам. Ирина Александровна, я иду к вам. Мне надо вам Здравствуйте. Человек в культуре не только России, но и мира, Ирина Александровна. Для меня великая честь вручить награду города Михаилу Тимофеевичу Берговому, генерал-лейтенанту. Прошу вас. Генерал-лейтенант в отставке Михаил Тимофеевич Берговой отметил в этом году юбилей. Ему исполнилось 100 лет. Человек, Михаил увлекся радиотехникой и пронес верность любимому делу через всю жизнь. 14 лет он был начальником радиотехнических войск ПВО СССР.